Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я покажу результат укоренения верхушки фиалки сейчас на конец марта. Покажу, как растут детки, когда я укореняла листом. Вот эта фиалка здесь, которая цветет, я у нее только убирала лишние листья. И в середине не оставляла небольшие маленькие розеточки. Она сейчас активно цветет. А эти все фиалки я омолодила. Срезала верхушку. У меня есть видео. Стволик нужно зачищать до живой ткани. Примерно на миллиметр нужно убирать старую ткань. И обмакивала в корневин и присаживала. И вот результат. А это детки от укоренения листом. Их уже пора здесь вот в двух стаканчиках отсаживать от листа. Об этом у меня тоже есть видео на канале. Вот те фиалки, которые укореняла верхушкой, сейчас уже виден результат. Они даже есть некоторые нарастили листики и высоту уже начали расти. Так что такой способ укоренения фиалок верхушками, он реально работает и очень удобно омолаживать старые фиалки таким способом. Сейчас, после того, как они укоренились и активно пошли в рост, я их буду подкармливать фертикой люкс. В фертике люкс есть все необходимые микро- и макроэлементы. А цветущую фиалку я подкармливаю комплексным минеральным удобрением агрикола для цветущих. Уход за фиалками заключается в поливе. Поливаю я по краешку стаканчика осторожно. И еще ставлю на поддон, чтобы снизу земляной ком пропитался. Поливаю только, когда уже земля, верхний слой подсыхает примерно сантиметра на 2. Ну, это уже видно даже по весу, когда берешь стаканчик. А вот эти вот фиалки, которые у меня укоренились листом, их нужно отделять, нужно из стаканчика доставать и отделять фиалки, новую молодую розетку от листа, а не срезать лист прямо в стаканчике, иначе это все может загнить. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.